Всем привет, это Народный патруль. Разбираемся, что интересного произошло за минувшую неделю и попало в объектив случайных свидетелей. Об этом далее, ну а у тебя есть отличная возможность стать народным корреспондентом. Присылай свои видеоролики, говори то, о чем молчат другие, и мы это покажем. Для связи используй WhatsApp с номером 8-924-855-2525 или Telegram «Народный нижнее подчеркивание Патруль-49». Наконец-то что-то интересное, скажут носители шапочек из фольги. В небе над Магаданом заметили неопознанный летающий объект. Предположений много. Некоторые считают, что это комета, секретная военная техника или светлая полоса в твоей жизни, но вероятнее всего это либо самолет, либо его инверсионный след, просто необычно подсвеченный лучами солнца. А сейчас давай проведем сеанс медитации. Закрой глаза, представь солнечный день, ты на природе, кричат чайки и слышен шум речки. А теперь открой и взгляни, так на самом деле выглядит городской парк. Наконец-то в городе тает снег, а вместе с ним и асфальт. Отчасти из-за этого и более прозаичных факторов произошла пара ДТП. Например, 23 апреля на Пролетарской перевернулся пьяный водитель на Toyota Corona, а на улице набережной реки Магаданки не разъехались Toyota Vitz и Land Cruiser. В обоих случаях детали устанавливают в ОМВД России по Магаданской области. Недалеко от поселка Аратукан местный блогер обнаружил берлогу бурого медведя. Здоровяк только проснулся, и первое, что он увидел, это квадрокоптер, снимающий его на безопасной высоте. Понятное дело, что Мишка на такое не подписывался и поспешил скрыться в берлоге. Автор видео выяснил, что сейчас медведь не уходит далеко, так что волноваться не стоит. На самом деле пороги на автомобилях не гниют и вовсе не изнашиваются. Это просто еще одна теория заговоров. Мы выяснили, как обстоят дела на самом деле и готовы поделиться секретными материалами. Я нашел, кто жрет пороги. На этом у меня все, увидимся через неделю, а чтобы не пропустить интересное и быть в курсе важного, подпишись на Telegram «Народный нижнее подчеркивание Патруль-49». Сюда присылай свои сюжеты, а также для этого есть WhatsApp с номером 8-924-855-2525. Каждый месяц идет борьба за денежный приз, а получает его самый активный зритель. Так что держи камеру наготове и до новых встреч!